хоть раз посмотреть, как они отдыхают тут. Лежите. Тут внизу все заполнены. Еще не видать. Ложись еще минут пять. Вам, ребята, надо идти поскорее. Сейчас команда будет отдана. На берегу готовить шатер, ставить там, переодеваться. Так что давайте. Время уже много. Николай, где Астахов-то? Тут я. А? Там он. Там он. О. Николай, значит, ты давай с ребятами иди и до конца сними все. Как устанавливают, как берут, лодки накачивают, что делают. Понял, да? Да. Давай. Понял. Игнат Тихонович, а новую брать лодку мою? Я не пойму, кто откуда. Николай. Ну, что там? А. Николай говорит. Я не вижу никого. Кто кричит откуда? Я говорю, лодку, которую я подарил, брать? Нет, это свои лодки есть. Хорошо. Что за лодку там подарил, я не видал. А напиши-то, кто лежит. А. Есть живой тут кто? Есть, парни. О, Юрий, да потягушки. Алексей. Ой, потягушки какие. Виктор Андреевич. Так, надо готовиться. Володя там один ничего не сделает. Там шатры надо тащить туда. Палок немного. Это военные палатки. О, тут как матрасов еще сколько висит. Вот как-то собраться бы на втором этаже. Там же сколько места-то там подготовить. Там все готово. И кровати, и все. Там только пол достелить, и материал есть. Ну ладно, тут ничего не увидишь. Темно. Володя ждет вас. Давайте, хлопцы. Ой-ой-ой. Тут это жил Павел, а там Никите дом этот. А теперь тут... Подожди, сейчас. Ну-ну-ну, да я знаю, ты любишь бегать. Ну давай, ураганчик мой. Пойдем гулять. Посмотрим, что тут есть. О! Сверху как выглядит балкон. Отлично. Сегодня 11 июля 21 года, воскресенье. Готовится к крещению. Ну, пошли, пошли. У каждого куса тут помещать будешь, как шарик. Давай. Сегодня вчера вот стекло раздавило об столб. Это вот леска. Галина. Так, я их поднял, они спали. Сейчас я говорю, идите скорее к Володе на помощь. А братья Савченко там на берегу Семаковского. Все привезли. Пошли. Ну, пойдем. Вот тоже машины свои. Отдыхаем. А моя голубятня. Вот я иду на прогулку. А утро раннее. Ну, я раньше ушел с костра, вчера костер был. Я вернулся в 11 часу, а они в 12, но сейчас позже. Я зато встал в 3.30 сегодня. С почтой разошел. Ох, какой здесь Андрей, сделал Андрей дробот. Все, вот как. Пахмутов, Юрий Алексеевич, все. Деревья, как все это, лазил. Ловкий мужик.
Ах, 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 ах. Ай, ай. И только кричи, чтобы меня не бросили. Давай. Сейчас, подожди, я тебя отпущу маленький.